Что, мои хорошие? Все красотки. Да? Все красотки. Мамины, да? И вот этим красоткам нам не хватает места, ребята. Нам срочно нужна земля. Ребят, это вот я снимаю тех, кто у нас этой зимой зимует в доме. Потому что у нас просто безвыходное положение, друзья. Просто безвыходное положение. Вот такое у нас. Здесь у нас больные. На кухне отгородили их. Они тоже поправляются. Он с лапками у нас. Трехлапики. О, Рагнарчик наш бегает. Азар. Азарчик. Езёка, посмотри сюда. Посмотри, мое солнышко. Вот она. С лапкой. Лапка у нас тоже заживает. Вот. Здесь лапка уже зажила. Мы ее выстроили. Вот она поправилась, играет. Вот такого медвежонка мы нашли. Да? Девочка была очень тяжелая, с синими-синими глазами. Все, глазки у нас восстановились. Глазки хорошие. Здесь, ребята, у нас те, кто у нас выздоравливает. А здесь, ребята, те, кому нет места в вольерах. Уже нет, ребята. Тех, кого мы наоперировали, но назад в вольеры, их не приняли. И им пришлось зимовать у нас в комнате. Вот такие дела, ребята. Друзья, нам очень нужна земля. И мы начинаем сбор именно на землю. Я прошу вас, друзья, пожалуйста, помогите нам. Откликнитесь. Очень вас прошу. Нам нужна земля. Да, мои хорошие. Да, потому что мы и здесь лежим. Да, и здесь мы, и там, везде. Вот такие дела у нас. Так, ребята, и я покажу сейчас вам, выйду еще на улицу. Ну-ка, ребята, пустите меня. Тихо, ребята, а это у нас веранда. Тихо, 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 пусть. Так, стая, или туда, или обратно. Ну вот, все. Ладно, сейчас они зайдут и выйдут сами. Здесь специально сделали вот такие стеллажи, чтобы можно было перезимовать. Вот такие дела у нас, ребята. Нам очень нужна помощь, понимаете? Ну, по-человечески, просто по-человечески прошу вас, отзовитесь, друзья. Помощь просто необходима. Срочная помощь нам нужна. Очень нужна. Весь двор уже в вольерах. А малыши все несут и несут, и бросают, и бросают, и бросают. Вы видите, что творится. Ребята, я очень люблю животных. Я люблю собак. Но я понимаю, что так жить невозможно, и для этого мне нужна ваша помощь, ребята. Прошу вас, помогите нам. До весны мы продержимся. Весной нам нужны будут новые вольеры, нам нужна земля. Я прошу вас, друзья, помогите. Лохматая душа действительно хороший островок. Настоящий, добрый. Мы очень много спасли за это время. Много спасаем. Друзья, но нам нужна и ваша помощь. Пожалуйста, откликнитесь и помогите нам собрать деньги на землю, на покупку земли. Реквизиты на землю висят на нашем сайте. И я дополнительно ухожу их под видео. Пожалуйста, мои хорошие. Пожалуйста, все мы люди. Никто из нас не обеднеет на 100 рублей. Но, друзья, если все вместе, у меня в подписчиках более 5000 человек. Я прошу вас, откликнитесь. И мы сможем все вместе собрать деньги на покупку земли. И построим хороший, настоящий приют. Прошу вас, друзья. Прошу вас. Откликнитесь.